Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов встретился с инициативной группой Звенигородского микрорайона «Верхний Посад». Обсудили вопросы экологии, ЖКХ и благоустройства. Особое внимание уделили транспортной проблеме. Жители отметили, что большегрузные фуры мешают проезду и разрушают дорожное покрытие. Но в генплане Звенигорода предусмотрена объездная дорога. По словам главы, в этом году составят проект, он пройдет экспертизу, а в следующем приступят к строительству.